Второе послание апостола Петра, вторая глава. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены Афен, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Заблуждение беззаконников, такое выражение встречается в Библии один раз, а опять только у Петра. Чтобы узнать, кто такие заблуждающиеся и беззаконники, я постарался по Библии посмотреть, потому что для кого-то мы тоже беззаконники являемся. Есть такая книга, где показывают лжецы, допустим, отступники, так название книги. Под разными названиями называют какие-то секты. Попишет сам же сектант. Он называет заблудшие, а я считаю, думаю, ты как раз и есть тот самый заблудший. Вот мы накануне празднования нашего престольного праздника храмового святого Анфима Никомедийского. И какое песнопение? Он подобный апостолам, он проповедовал, он свидетельствовал. И вот заблуждений сегодня в церкви больше, чем у нас, кажется, нигде нет. Какое место не возьмешь, все не так. Но в его время, это начало 4 века, этого ничего не было. И вот беседуем мы с сектантами, которые отпали от церкви, совершенно никакого отношения к церкви не имеют. Ни священников у них нет, ни таинств, ни причастия. Мы говорим, вот посмотрите, Анфим Никомедийский, вот его житие, биография, 32 тысячи прихожан. И всех возвел на небо. Какая его вера была? И вот те обвинения, какие сегодня на священников говорят, а они священники, все такие, начинают говорить. Ну какие, по порядку. Они все пьяницы. Ну всех ты не знаешь, и не все пьяницы. Но он не пьяница был, это определенно. Да они народ не учат. Правильно, но он учил. Каков поп, таков приход. Вот тут прямо к Анфиму относится. А какой он сам был, вот такую паству сделал. И беседуя с еретиками, с сектантами, там, баптисты, пятидесятники, я говорю, в нем, вот в Анфиме Никомедийском, который в 302 году был казнен, найдите что-то, что вам не подходит. Он все подходит. Когда разобрали, все, это наш брат. Ну, ваш брат-то ведь рукой крестился. У этого брата были иконы. У него законное было рукоположение. И паство его признавало. В его 32 тысячах посомах, которые были сожжены, ни одного еретика не было, как вы. Берегитесь заблуждения беззаконников. Он четко, твердо держал руку на штурвале своего корабля. Будучи предваренный, я предварен, заранее предупрежденный. Смотрите, чтобы вам не увлечься. То есть легко увлекаться. Почему еретики всегда дают послабление? У них никакой формы нет, а тут надо какой-то платочек надеть, поясок из одного пояска, тут сколько у нас этих баталий было. Постоп не надо, все сидят на скамейках, креста не надо. Бороду не надо, ну, понимаете, все это тяготит, на работе пальцем показывают, из-за платка с работы увольняют, сегодня, в наши дни. Из-за платка, когда он повязан по церковному. И вот, читаем его Сираха 12:16. Перед ним, перед Богом, заблуждающиеся и вводящие в заблуждение. Берегитесь заблуждения. То есть заблуждение не само приходит. Бог попускает. А за что это? Уже ты должен сам докопаться. Бог ограждает человека. Стоит все время около нас ангел-хранитель. И вот еретик говорит, а к тебе не пристанет. Почему? А ты огражден. И можешь спать безопасно. А беспечная душа, она легко этому внимает. Притча Соломона 12:26. Путь нечестивых вводит их в заблуждение. Вот человек был верующий, был с нами, и вдруг уклонился, почему беззаконник? Что-то на исповеди не говорил, что-то таил, нашептывал за углами, наушником был, потом открывается, когда он ушел к сектантам, к еретикам. Вводит его в заблуждение. А заблуждение определить по определенным признакам можно. Главное узнать, я в заблуждении или нет. В первую очередь у нас апостолы. Третий век
еще церковь не господствующая. Это начало 302 года. Вот когда Константин пришел к власти, вот тут вопрос резко изменился. Просто резко. А здесь все гонимые были. Притча 14.8. Глупость безрассудного заблуждения. Но безрассудно, у него все без рассуждения. И какой момент не возьмешь, он заблуждается везде. Наша жизнь состоит из определенных каких-то частей. Дней, часов, месяцев, день и ночь. И Бог так сделал, что в одном человеке всего нет. Ты одно знаешь, другое другое, чтобы ты поневоле обращался. Эту мудрость принимал и смотрел, от кого она исходит. Исаия 3.12 говорит о том, что вводит в заблуждение вожделение человеческое. И 6.16, что люди, вводимые заблуждениями, погибнут. Не просто он пошел другим путем, избрал лучше, а он пошел в погибель. Мы так и должны понимать. Евреи молятся все время: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты сотворил меня не женщиной». У нас нет такой молитвы, потому что во Христе Иисусе нет мужеского пола, ни женского. А вот мы должны все время благодарить за святую православную веру. Повторяю, я имею в виду веру святого Анфима Никомедийского, апостольскую. Он кровью засвидетельствовал верность исповедуемому учению. Он так свою Пасху наставил, просто удивительно. Ведь это... знали, что сейчас через несколько минут земная жизнь уходит. Ни во что вообще поставили. Ну шагни под разными предлогами, так это легко. Выйди. Можно было кому-то дать взятку, это делали тоже. Ни один даже не вышел за дверь. Уже слышно, хворост трещит, видимо, деревянный храм горят, рядом ребятишки стоят. Кто бы из нас сейчас не метнулся на улицу? Дым умолняется храм, и не один. Считаешь, думаешь, как в сказке. Такого не может быть, но житие его говорит истинно так. Иеремия 23.32. «Вот я на пророков, вводящих в заблуждение, обманывающих обольщением своим». Да у них же хорошо в заблуждении. Отпадшие от церкви, все до одного в заблуждении, и Бог на них. Иезекииля 13.10. «Вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир! Они строят стену и обмазывают ее грязью». То есть трещина разваливается, они скорее трещину затирают, у нас все хорошо. Те, которые отделились от церкви-то, у нас в вашей церкви непонятный язык. Непонятный, у баптистов понятный. Ну и были бы они баптисты, нет, они разбились на десяток. А тех пятидесятники, а тех адвентисты. Нет конца, ну у всех по-русски. Одна это Библия. А почему нет единства? Вводящие в заблуждение. Заблуждение, то есть извилистый путь. И при том все время меняется учение. Постоянного учения нет. Вчера понимали так, сегодня иначе. Михея 3.5. Кто не кладет им ничего в рот, против того объявляет войну. То есть очень любят хорошо жить. Осия 4.12 говорит, дух блуда ввел их в заблуждение. Да какой блуд? Мы так свято живем. Дух блуда. Заблуждение духовное еще есть. Дружба с миром есть вражда против Бога. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Марка 12.24. Вы приводитесь в заблуждение, не зная Писаний. То есть они не идут на контакт. 20 лет назад мы легко встречались с руководством разных еретиков. Сегодня ни одной встречи не может быть. Они вообще не идут на контакт. То есть какой-то вынесен знак, дальше которого они не должны ничего уже слышать. Полностью отторгнутые. Петр предупреждает, чтобы вам не увлечься. То есть увлечься очень легко. Лука 21.8. Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим. Не ходите вслед их. Будут говорить христиане мы, названия какие-то. Не ходите вслед их. Сегодня увлечься, если православный начал изучать Писание, это чудо, если он устоит здесь. Он увидит на каждом шагу не так.
священнику обращается, сидят дома, и он приходит и говорит, спрашивает, батюшка, скажи, а что лучше, в храм ходить или Библию изучать, дома сидеть? Батюшка отвечает, не знаю. Ответ очень простой, в храм ходить, а после храма изучать Библию. И что, кто это говорит? Ну, я ему верю, действительно так, я обращался с подобным вопросом. Все они ушли в ересь, от православия отпали. Смотрите, чтобы не увлечься. Что у тебя есть? Крепко храни. 1 Иоанна 4:2. Всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, есть от Бога, а не исповедующий, есть дух Антихриста, пришедшего во плоти Христа. Это самое главное. Тогда легко было узнавать заблуждение. А сегодня у нас сколько в православии заблуждений, чтобы никто не ввел вас. Вот сегодня скажите, что крестные ходы, а вот сейчас мы стоим в храме, а сейчас идут по всей России ходы. Что это не от Бога, Бог не посылал в эти крестные ходы. А и говорит, идите на проповедь миру. Вот скажи человеку, что вся святость находится там, где Господь. А ведь на каждом шагу это сегодня. Все силы уходят на что? На путешествия, на поиск святыни, поклониться святыням. А сколько времени ушло? Вы почти месяц были, ездили. Заблуждение. А Писание начинаешь говорить, вообще в руки даже не берут. Притом люди грамотные, с высшим образованием. Говоришь, он как будто никогда в руках Библию не держал. Я в прошлом году был, так люди там дружно идут, я нынче еще раз пойду. Сотни километров идут. Мозоли набивают, едет медицинская машина. Сегодня государство способствует этому. А тому, чтобы проповедовать, не способствует. И советская власть разрешала вести, что? Богослужение. Культ называли. Культура. А проповедь не говори. А если сказал, отнеси уполномоченному, он проверит. А он опытный сотрудник, может быть, бывший КГБ. Он так проверит проповедь, что от этой проповеди никто не обратится. 1 Фессалоникийцам 2:3. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений. Значит, бояться надо, чтобы в учении не вошли заблуждения. Какое поприще? А как узнать, где заблуждение? На первые ереси узнал, о чем апостолы предупреждали, чтобы не увлечься их заблуждением. 2 Фессалоникийцам 2:11. И за сие, то есть за то, что люди не бодрствовали, не молились, пошлет им Бог духа заблуждения, и будут верить лжи. Нам-то кажется, вот человек или неграмотный, невежественный, а это дух подошел, дух особый, посланный от Бога. Это дух заблуждения непрерывно будет тревожить человека, не слушать. Он даже здесь сейчас, он обязательно будет падать. Откровение 2:20. Господь говорит, имею на тебя то, что ты позволяешь вводить в заблуждение. Ты видишь, человека уводят от церкви. Ты не будь безразличен к этому. Бог говорит, имею против тебя, что ты позволяешь. Услышал, человека от храма отводит. Ты сразу узнай, какая причина. От слова Божия. Разберись до конца. Премудрость 1:12. Не ускоряйте смерти заблуждениями. Рано не хочешь умереть? Введи в молитву такое, Господи, сохрани меня от заблуждений. Я сегодня слышал, как страшно это. А в учении нашем нет заблуждения. В учении Анфима была одна истина. Он говорил только о небе. И в жизни ставил вообще ни во что. Премудрость 12:24. Они очень далеко уклонились на пути заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям. А дети-то как обманываются, что-то пообещают показать. Ребенок пошел за чужим дядей, а после находят мертвым через день уже его. Не будьте подобными. Подобно неразумным детям. Ты на него посмотри, ты видишь, какой он неразумный. Его так легко увести из дома. А ты в церкви Христовой находишься, это дом твой. Премудрость 17:1. Ненаученные души впадут в заблуждение. Я смотрю, что заблуждение, значит ненаученных. Надо все время учиться, считать святых отцов, знать каноны церковные. А не так, что у меня мало образования будет много, если ты будешь заниматься. Какая ни была страда, как бы ни было трудно, все равно ходи время. Пошел на работу, совсем времени нет, возьми один стих. Один стих.
Я тебе еще раз говорю, это не больше двух минут. Идем несколько раз, ну, все равно одна минута, три дня-то бывает где-то. И поблагодари, Господи, благодарю Тебя, что позволило мне молиться таким святым мужам, как Анфим Никомедийский. Моли Бога о нас, доведи нас до желаемой пристани. Сираха 4.24. Многих вели в заблуждение их предположения. А может там лучше? А вот если так сделать, ты считай толкование святых отцов, блаженного Филарха. Он на себя не полагался, он брал из всех святых отцов. Лукавые мечты поколебали Илфу. Мечтать не надо. Говорят, я вот мечтал, а слово мечта в Библии всегда в отрицательном плане. У нас нет мечты, нет предположений. Мы да и аминь, точно знаем. Сирахов 16.12. Не говори, он ввел меня в заблуждение. То есть я молился, и Бог меня вот так вел, и я стал таким-то. Ибо он не имеет нужды в муже грешном. Самое главное на земле – это спасти душу. А спасти душу можно только в церкви. Не в заблуждении церковном. Ты должен знать, что в церкви чисто, и только этого держать. А какие заблуждения? Молись, чтобы Господь удалил как-то это. Сирахов 24.23. Кто приставит бич к помыслам моим и к сердцу моему, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждению? Заблуждение кто-то бичом бы ударил, помышлением моим бич. Надо искать все время кто-то, чтобы обличал, одергивал. Сирахов 35.7. Сновидения многих вели в заблуждение. Я видел во сне. Ну и что ты видел? Зачем рассказываешь, что он свой? Заблуждение многих, ни один, ни два, не только бабушки, дедушки. Молодые будут видеть сновидения. И куда пойдут? Сновидение от Бога только тогда, когда видишь крест, Иоанн Кассиан говорит. А все остальное под сомнением ставь. И то еще надо растолковать, да нужно оно тебе или нет. Бог предупреждает о наказании, о грядущей беде какой-то. Исход 23.7. Я говорю о беззаконниках. Заблуждение увидели, что это не знание Писания. Это все заблуждение. А теперь беззаконие. Я не оправдываю беззаконника, говорит Господь. Иов 24.20. Как дерево, пусть сломается беззаконник. То есть человек, который поступает вопреки закону, нарушает правила, уставы. А вот мы маленькими правилами человека вводим в большее. Да, внешняя форма, это не спасает. Но это человека настраивает, сжимает. Он уже готовится и идет сюда. Псалом 36-38. А беззаконники все истребятся. Мне один из отступников и говорит, знаете, что вы законник. Я говорю, Павел Зине законнику передает поклон. Зина законник. Но если я законник, а ты нет, но то только беззаконник остается. Если есть левая, ты меня обозвал, что я правый, тогда ты на левой останусь. А зачем бы меня законником называл, если и ты? А беззаконники все истребятся. Притча 11.6. Беззаконники будут уловлены беззакониями своими. Он для другого делает. И все вот эти репрессии в 37 году, они были не на пустом месте. Это те люди, которые приветствовали революцию. А вот раскулачивание. И раскулачивание на пустом месте. Эти люди как-то отошли от Бога, и Бог вразумляет их. Бог бьет, отрывает кусками тела от человека, чтобы душу его спасти. Иезекииль 3.18. Когда я скажу беззаконнику смерть, и умрешь. А как он скажет? Ну через закон. А ты промолчишь, он погибнет, но его кровь я с тебя взыщу. А если ты ему сказал, а он не послушал, кровь его на его голове. Иезекииль 13.22. Есть те, которые поддерживают руки беззаконников, чтобы они не обратились от порочного пути своего. Близкие, дальние, беззаконничают, подойди, обличи, подойди, скажи, попытайся удержать его. Иезекииль 18.23. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь? И видя, что человек уклоняется от исполнения закона, я посылаю к нему слуг моих. Вот кого нет, ну сегодня понятно, так уборка тут идет. Но обычно когда нет, вы никогда не оставляйте без внимания. Может у человека какая беда. Вот сегодня
видите, потеряете, какая была неприятность, там, отпилили палец, едут, вы знаете, о ком молиться, вы должны знать. То Сафония 3.5. Беззаконник не знает стыда, значит, по бесстыдству. Он бесстыдно разговаривает, не понимает, что с ним старше, он дерзит. Учите разговаривать со старшими. Это беззаконник растет. Вот приходит, даже вижу, стоят, только начали молиться. Алтарь открытый. Приидите, поклонимся. Стоит, ни одного поклона не сделал ребенок. Рядом стоят кланяются, она ни одного не делает. А что это означает? Это означает, дома поклонов нет. Причина-то вот в чем. Ни одного поклона. Вообще. Священник выходит, поклонился, она стоит, даже не шевельнется. Это заложено уже здесь. Ты пришла, смотри в алтарь. Гляди, когда она поклонится. Ребенок, он не лукавит. Он такой, какой дома, он такой и здесь. Еще раз говорю, полюбите поклоны. У нас нет ни одного, кто с нами знается, ни в лагере, нигде, кто бы не любил поклоны. Вот приехали сегодня, встали в рано, конечно, без 25. Помолились, а после этого 100 поклонов. Всем святым, Божьей Матери. Ты же забываешь ангела благодарить, а с поклонами так это удобно. Божья Матерь за ее охрану. Храмовому празднику, всем святым, Анфиму, ну сколько поклонов. Повторяю, это всего лишь 8 минут, 7-8 минут. И дети, чтобы обязательно кланялись. Поднимите, а ему спать надо, потом пусть ляжет, отдохнет. Беззаконник не знает всегда, и 2 Петра 2.9. Знает Господь, как соблюдать беззаконников ко дню суда. Бог их бережет, чтобы осудить. Вы посмотрите, как ведут себя дети, и говорите, смотри, не будешь утром молиться рано, беззаконником будешь. Бог тебя сохранит для суда, чтобы бросить в огонь вечно. У них страха нет. 2 Фессалоникийцам 2.8. И тогда откроется беззаконник с большой буквы, которого Господь убьет духом уст своих. То есть это маленькие беззаконники, это маленькие кирпичики в престол Антихриста. Апостол Петр предупредил нас сегодня, чтобы... Он говорит, я предварил заранее вам сказал, чтобы не увлеклись заблуждением беззаконников. Аминь.